hulatud, kuid ma ei karda. Kogu elu on surmaga nii hulatud. Sõbärast kõik mind armastavad. Sõbärast ikka Miino Klik. Mul luule julget vabalendu. Ei, mitte surm, vaid igavik on kroonib minu jala taldu. Я родился в городе Тарту в 1905 году, 10 ноября, утром полпятого. После моей рождения родился Всемирное общество молодежи. И именно поэтому, что я тот самый день родился это общество молодежи, я всегда стану молодежным человеком. А сейчас я работаю сторожем. А вообще, я люблю искусство себе и себя в искусстве. Это вообще выставка, мечтальная выставка. Мечтальная выставка на этом мысли, что здесь я выставлю работы этих художников, вот этих художников, которые у меня коллекции пока еще нет, но я хотел бы их иметь. У меня все равно, что про меня говорят. У меня все равно, что про меня пишут. У меня все равно, как меня изображается. Но самое важное, что про меня говорят, что про меня пишут и что меня изображается. И самое большее, я люблю себя. И поэтому я могу сказать, что я влюбленный человек. А потом люблю искусство, потом, после искусства люблю женщин, красивых, молодых. Что ты ненавидишь, Матей? Больше всего я ненавижу проституции в искусстве и в жизни. Tad pirmais iespējas man bija drausmīgs. Я звоню и буду знать, П или Б. Ну, скажи, пусть посмотрит в словаре тогда. А ты думаешь, что в словаре есть это слово? Ir es sākumā biju bail. Nezinu par ko, bet man personīgi jau radās no paša sākuma. Tā vispār ļoti atklāts, mīļš, samērā enerģisks pilsēni. Ļubjonnī čovēk, jā! I maladjožnī čovēk! Ja bezumnu ļubju Katrīnā! Lili, ja ļubļu 7-5 liet, 7 mēsēc i 8 dņēj. Mīlēt, tas ir Matī dabisks stāvoklis. Tikai man nepatīk, ka viņš pārāk klāja to demonstrē. Es tevi mīlu, aš tevi mīļu. Ja ļubļu tībā, ich lībē tīk, I love you. Je tem, jom te kēlā, mē amas vīn, fīļa sē, celēt lēk, ja es kaldēji, aham des nījāmi, aham des nījāmi. Tu mači prie ho, malmastan sind. 15. Моя первая встреча с матью произошла в 76 году. Благодаря ему я познакомился с работами современных художников и вообще с тем, что делается в мире современного искусства. Для меня это дало толчок для собственного творчества. В какой-то степени можно считать, что он сделал из меня художника. Я думаю, что коллекцию Матти можно считать своего рода уникальной,
потому что она состоит из подарков художника. И я думаю, что нет такой подобной коллекции нигде в мире. А я Лию люблю. Мальчина, ты же любишь Мара. А Мара тоже люблю. Я вам свою посылаю в конверте. Mati Milius kogub igasuguseid töid. Ah ta, Mati Milius sabiraet raasnõie rabotei. I poetamu palutšaet sa inakta takšto papadajutu nevo v kollektsiu i nie saamõie lutsie, a nekatore takova srednjeva klassa. I no on kak такой ребячески или собирает все, что ему дают. И он все время спросил у меня живопись, и я думал, что ему подарить. И думал, что лучше, когда я пишу его портрет, и я подарю этот портрет ему на 40-летний день рождения. Это будет в ноябре в этом году. Мать получается уже 40 лет. Уже старый человек, старый ребенок. Нет, я не старый, молодой. У меня так много юных любовницов. Повсюду, весь милый. Влади, я еду на велосипеде посмотри. Влади, я еду на велосипеде посмотри. Тебе хорошая мама, Мати. Роза, я не хороший, я ребенок. Elada, elada, elada. See ongi kogu mu meeletu manifest. Elada, elada. Sest elada mõnus on. Sest elada magus on. Nagu prantsuse filmis, pole tähtis millises. Elada, elada nii kaua kui saan. Elagu elu ja minu elan. Sest elada polegi kohati kurb. Kurad! See on palju parem kui riin, kurad. Tead kui miski muu, kurad. Iga ju. Valde, avni vaja! Thank you.
жить в коммунальном квартире, тогда я делал бы, убил себя. Люди, будьте внимательны, потому что я вас люблю. Вот здесь, в 83-м году, я усваивал хэппенинг, который, ну, был такой, что купался здесь в бассейне. И это пошел стоить мне 30 рублей. Был раздетым видео. Это не совсем раздетым. Были джусики были, и это, ну, как это? Жилет. Жилет. Жилет был, да. И доктор, директор университета пригласил милиционеры, которые меня снимали из бассейна. Но как-то они начали меня выгинать из бассейна, я думал, что теперь надо его тоже делать вот так, чтобы он тоже упал в бассейн. Но я испугался и еще так и не делал это. О! И доктор еще такой вещь, что мои друзья сказали, что эти фотографии очень хорошие, надо их много делать и начинать их продать 5 рублей штук. И это фонд, но эти деньги, эти фотографии получаются, сразу платит милиционера, если я следующий, чтобы я каждую неделю мог бы купаться в бассейне, тогда надо их начинать обладать, и если милиционер придет, тогда сразу какой-то человек дает ему 30 рублей. Что ты сделаешь со своей коллекцией, когда придет время присоединиться к тем, кого уже нет? Печь положу! Каждая вещь в мире имеет собственную судьбу. Или это, ну, картина, птица или человек, и поэтому, когда, например, картины горят, значит, ихняя смерть наступила просто. Ну, например, как эту бумагу. Сейчас она целая. Нет, все, еще раз. Может быть, это еще не все, но теперь конец. И поэтому ничего нет удивительного, что какие-то вещи в нашем материальном мире просто исчезаются один раньше, другой, ну, немножко позже. А тут бумага самая такая слабая, и все равно не так долго живет. Государство, да, музею там. Делали свою музею. Где и когда? Да, ты, конечно. Безумный манифест. Жить, 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 потому что жить прекрасно.
потому что жить сладко, как в французском фильме, неважно каком. Жить до этого как могу. Пусть живет моя жизнь и моя витальность, потому что жить прекрасно, не печально. Если под глазами Эве ее красота и прелесть, я знаю, что никогда не придет смерть, если лето время, если лето пришел, кому он не остался след, кому? Летать время, пусть живет жизнь. Хип-хип, ура! И Эве вместе с ней!